Друзья, привет! Ну, в общем, вы сами все видите, что творится с погодой. У нас выпал снег. Вчера был сильнейший метель, снегопад. Шел весь день, весь вечер. Температура сегодня, ну, час, наверное, 1 градус тепла, а так был минус. В общем, вот такая вот жесть. Ну, собственно говоря, мы решили приехать на охоту за щукой. Рассчитываем на то, что она все-таки ушла в ямки, и будем сегодня преимущественно джиговать. Надеюсь, там ее найдем. Потихоньку сейчас собираемся. Время уже час дня. Приехали после обеда. Ну вот смотрите, сколько снега. Вот. Навалило нормально. По полной программе, как говорится. Так, все, собираем лодку, погнали. Начнем с гекка, а там посмотрим. Встали на ямки. Первый заброс. Опа, окунь что? Окунь. Этот окунь гоняет. Наверное, он гоняет. Такие приманки для него слишком большие. Что-то похоже на окунь. Все ему окунь гоняет, но если убегать вверх, то будет. Да. Вот сколько? 4. И там 4, 8. 5 там, да? Большое семейство. Там надо плод. Расплодились. Привет. Есть она тут, блин? А? Я говорю, есть она тут. Есть, брать не хочет. Надо когда ключ подбирать. Цвета подбирать, может, не цвета, что. Не знаю. Может, за мальком за кем гналась? Всплеск был прям перед глоткой. Что-то она играется с нами, мне кажется. Одна подошла, чуть понюхала, ушла. Вторая перед лодкой. Да я не знаю. Но я проводил в другой стороне. Я не знаю, что творится, что происходит. Да вот я думаю, сейчас на воблер перейти. Кто ее знает, какие у нее сегодня предпочтения. Да, тут, наверное, подсадчик нужен, Диман. Все-таки взяла на воблер. Маленькая. Маленькая, да? Блин, ну как хорошо прям бахнуло, а. Ну, еще посмотрим. Ну, еще, да. Ну, что, я сам возьму. Я ее возьму. Такая закилушечка. Ой, слетел от сачки. На воблерок. До этого долбили с Диманом. Сколько? Часа два, наверное? Джигом стучали. Вообще не реагировал. Одна подошла, понюхала и ушла. И воблером попробовал. И схватила. Ну да, килушка. А ты попробуй. Это ж у тебя этот. Он как крэнк у тебя практически. Как он называется-то, забыл.
Ну как оно хорошо бахнуло, мне понравилось. Прям. Так прям звонко начала сопротивляться. Что, пробовать этот стоит? Хорошая работа. Че? Ну такая. Ну нет, полторашечка, Дим. Полторашечка? Да. Полторашечка. Это полтора. Мы взвесим тут у нас. Дно жесткое, удобно. Можно. Это видишь, что это? Это и дает желтый срабатывать. Сейчас так и свет. Ну может. Спасибо. Может. Не спеши. Поверхность. Кило 400. Кило 400 ровно. Ри-рэнш, доставай. Ри-рэнш? Да. Или просто цвет попробуй, кислотник, хрен знает. О, так у тебя такой же, что ли? Это не ри-рэнш. А что? Ри-рэнш, да. У тебя такой же точно? Да, вот такой вот ри-рэнджик в цвете Mad Tiger. Кислотным. Вывел одну полторашечку. Есть. Ага. Блин, сошла. Сошла. Походу там. Ну как так сошла? Ой-ой-ой. Хорошая была, Дим, блин. Ёкарлный бабай. Да не надо ничего двигаться, отсюда кидаем. Нафига двигаться-то? Чтобы напугать ее. Что-то как-то они вон там где-то стоят, я не пойму. Там миля. Угу. Может, на перепадник. Там бровка хорошая. Чайку немножко погреем сейчас. Не май месяц, блин, на улице. Прохладненько. Димка дрожит весь. Внутри холодно. Горячим попить. Да. Перепробовали, короче, все. И пробовали блесна, поджигу там все перепробовали, и твистера, и различные бирхвосты вообще не брала. И вот на воблер поставил воблер, ри-рэндж такой, в ярком свете Mad Tiger. Ну и практически сразу была взяла, наверное, забросы на четвертую, мне кажется. Так что, наверное, думаю, будет логично дальше на воблер ловить. На джик она не берет, потому что возле лодки пробовал, игрался, она подошла, понюхала и даже не стала атаковать. Бывает у нее такое, наверное, настроение. Когда хочет она воблера, да, по осени кушать. Все как у людей. Решили немножко поближе подплыть, встать немножко к этой точке. А? Еще что? Чтобы по... максимально обкидать. Возможно, стоит она там, щука. Не знаю. Задавит, да? Не, небольшая. Да, большая. Еще. Не, небольшая, да. Ко мне. Ну такая же, да? Ну такая же. Ха! Вон оттуда. Оттуда что, да? Теперь там. Не, вроде там была пена. Может, они там стоят где-нибудь? Если ты можешь, вот это умеешь, вот это да. Давай, покажи, на что ты способна.
как не видно, приманка. Да нет, приманка работает. Ну, я раньше работал, сейчас работает. Ну да, примерно такая же. Сейчас недалеко у меня этот. А я что? Ха, 1460. На 60 грамм побольше в этот раз попался. Ререйнджик сегодня в ударе прям. Делает свое дело грязное. Да все ушла. Да я просто стоял вот так вот, воблер положил, прикинь, она откуда-то просто вышла. Вот он. Вот так вот топился. Да как так-то? Я не знаю, как это работает. Но опять полторашка. Видел? Ой, время. Вытащил это посмотреть. Часы, понял, что. Оставил вот так вот. Воблерок. И она на него среагировала вот на такой вот. Просто вот так вот падает. И она выскочила. Я смотрю, щука уже беляется. Обалдеть. Ну как вот это объяснить? Переходим на другую ямку, ближе к вечеру. Попробуем сейчас там половить. Переходим на ту яму, с которой начинали. Ага, без сахара. Что, я дружок? Он затем, наверное, плывет. Охранять. Видишь, общается. Прямо он борзый, что там. Ну да, это юношеский максимализм. Близко подходит. Видишь, его охраняет, наверное. Интересно. Ну, возможно. Вдруг охраняет. Угу. Блин, смотри, действительно, да, за ней приплыл? Да. Ты глянь, как интересно. Он крюк и слышит. Офигеть. Сопроводить. Все, да. Прикольный типа. Угу. Пошел дождик. В общем, все, друзья, едем домой. Стемнело уже, пошел дождь. Собрались. Ну, такая рыбалочка получилась. Не знаю, на час там походил еще. И все, больше никаких не поклевок ничего не было. Всем спасибо, кто смотрит. До новых рыбалок. Пока.